Всем добрый вечер, с вами программа «Киевский радар» и я Максим Полей. Синоптики нас не сильно обрадовали, они грозят водителям Киева тем, что уже завтра температура воздуха в Киеве опустится значительно ниже нуля, причем не только ночью будет холодно, но и днем. А это означает, что малейшие какие-то осадки могут превратить наши дороги в веселый легкий снежок, станет гололедом. Не то чтобы это сильно пугает опытных водителей, но все-таки настораживает. Ведь они знают, что именно такой первый снежный день в народе именуется День жестянщика. Так что те, кто еще не удосужился переобуться в зимнюю резину, у вас сегодня, наверное, последний шанс. Ну а мы продолжим двигаться по улицам столицы. Давайте попробуем сегодня проехаться в этом выпуске от центра, например, в сторону Оболони. Крещатик постепенно, медленно, но верно загружается, что в принципе нормально в это время суток. Однако сегодня ожидается вечером всевозможные активности политические на Крещатике. Соответственно, и для киевских драйверов не исключены всевозможные заторы, пробки. Если мы с вами двинемся в сторону, например, Оболони, по улице Михайловской, через улицу Сечевых Стрельцы в Большую Житомирскую, то на Большой Житомирской сейчас вас ожидают серьезные заторы. Ну а на подъезде к ней, к Михайловской площади, на улице Михайловской недавно произошла авария. Что там сейчас происходит, мы можем с вами посмотреть и убедиться сами глазами нашего корреспондента Сергея Одаринга. Если Сергей с нами на связи, надеюсь, он опишет нам ситуацию. Вітаю, Максиму, вітаю, дорогі глядачі. Справді, ми зараз показуємо вам вулицю Михайлівську. Знаходимося ми на Майдані Незалежності, прямо у центрі столиці. І за нашою спиною, за моєю спиною, ви бачите, як стоять дві автівки. Одна наздогнала іншу, два позашляховика. Знаємо, що водії вже декілька годин чекають на поліцію. Вирішили вони вже і не дочекатися, відмінити замовлення, що називається, і підписати європротокол, щоб швидше роз'їхати. Їхня автотроща, принаймні на цю хвилину, ніяких ускладнень не викликає на дорозі. Ну і зрештою, зараз оператор покаже вам вулицю Хрещатик. Там також ніяких ускладнень таких суттєвих не спостерігається. Ця кількість автомобілів швидко роз'їжджається. Ну, подивимось, що буде о 19-й, адже знаємо, що на Майдані будуть проходити масові акції. Можливо, тоді вже ситуація зміниться. Не думаю, Максим, ти про це розкажеш детальніше зі студії. Що ж, дякую, на цьому пока еще все. Спасибо, Сергей. Осведомлен, значит вооружен. Сергей Одаренко рассказывал, что происходит на улице Михайловской. Ну, а мы с вами движемся дальше, в сторону Оболони, например, вдоль Днепра по набережному шоссе. Как обычно, в это время суток достаточно сильно загружено набережное шоссе, но как точно это происходит сейчас, надеюсь, мы сможем посмотреть глазами нашего большого брата видеокамер, которые установлены по всему городу Киеву. Я прошу показать нам набережное шоссе, например, в сторону Почтовой площади. Наше направление сейчас загружается постепенно транспортом, есть от Почтовой площади определенные затруднения, но больше всего транспорта уже перед Почтовой площадью. Гаванский мост. Здесь новый выезд нового моста, как всегда, загружен со стороны улицы Набережная Рыбальская. Но сейчас нам показывает набережное шоссе. Как мы видим, проезд где-то посередине набережного шоссе более-менее свободен, но если вглядеться вдаль, то в сторону станции метро Днепр все-таки движение медленно затрудняется, и скопление транспорта наверняка гарантированы. Итак, через набережную Рыбальскую, если мы двигаемся, то там выезд свободный, хотя въезд на Подол, увы, пока еще затруднен. То же самое можно наблюдать в том же самом направлении и по улице Набережной Крещатицкой. В сторону центра затруднение, в обратную сторону, если вы проскочили этот светофор, перескрестка с набережной Рыбальской, более-менее свободно. Итак, далее Оболонь. Если все-таки вы прорвались, ну, например, со стороны Днепра вы едете на север по улице Героев Сталинграда. Надеюсь, мы сможем посмотреть, что происходит там сейчас. Как правило, участок до улицы Александра Архипенко загружен. Как сейчас мы видим, в режиме онлайн, в принципе, более-менее свободный проезд, но, тем не менее, транспорт начинает медленно, верно скапливаться. Еще более худшая ситуация – это по улице Лены Телиги. Она загружается как в сторону Дорогожичей, так и в сторону Петровки. Пробка пока
не самая гигантская, но тем не менее в районе станции метро Почайной уже транспорт медленно двигается со скоростью 7 км в час в сторону Северного моста. Он также загружен. Разумеется, рассказать обо всех проблемах за эти несколько 5 минут почти невозможно. Мы с вами продолжим двигаться в каждом направлении каждого водителя в его сторону. Уже через 2 часа оставайтесь с нами, мы вас не покинем.